Жители микрорайона Трехгорка встретились с депутатами, чтобы обсудить появление новой детской площадки вблизи дома номер 6 по улице Чистяковой. Множество обращений поступало от жителей этого микрорайона о том, что площадки, которые имеются, уже устарели, были установлены давно, и, к сожалению, поменять их бюджет Одинцовского округа сразу все не может. Поэтому они обратились к нам посодействовать хотя бы частично каждый год по одной площадке, но менять. Основываясь на успешном опыте прошлых лет, Совет депутатов Одинцовского округа обратился к партии «Единая Россия» с просьбой поучаствовать в создании еще одной детской площадки для маленьких жителей города. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков выслушал все пожелания. Это одна из программ, которые мы поддерживаем и занимаемся. Это программа инициативного бюджетирования. И вот с участием жителей многоквартирных домов сейчас идет формирование нового облика дворов, и включая строительство новой детской площадки вот именно в том месте, где мы сейчас находимся. Инициативная группа жителей озвучила пожелания по вопросу наполнения площадки. Она должна быть максимально практичной, безопасной и интересной для всех возрастов. То есть увеличить возраст, возрастной критерий по площадке. Ромашка там же, комплекс, там и лыжи. Это уже про тренажер. И тарзанки, и все есть. Еще примерно 2-3 года назад было обращение в наше местное ТСЖ по поводу переоборудования именно конкретно этой площадки. Для изменения, увеличения качелей, переделка вот этих конструкций. Но были собраны подписи, письмо отдано в ТСЖ, но ничего не произошло с тех пор. Депутаты развеяли страхи местных жителей и заверили в том, что обновленный двор будет соответствовать всем современным требованиям. Мы здесь выслушаем ваши пожелания. Из этих пожеланий делаем проект. Этот проект потом вы согласовываете и уже делаем. То есть наполнение, оно может быть разным. Сразу после Нового года начнется активная работа над проектом будущей площадки. Обсуждение, согласование, прохождение необходимых конкурсных процедур. Если все пойдет по плану, обновленный двор появится у жителей микрорайона уже этим летом. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».